с Фастейром. Завтра будет первая встреча. Причем эта встреча самая теплая, потому что у них на каждом Jet Expo стоит замечательная палатка, где есть супер гамбургеры и куча замечательного бухла. Это лучшие ребята в этом плане, поэтому завтра мы у них как минимум нажремся и пожрем. Ну правильно. Вот. А дальше пойдем решать дела. Уланов, ключевой бенефициар, так сказать, отец-основатель компании, которая занимается логистикой любых запчастей для любых самолетов, любых типов. В чем наш бизнес сейчас заключается, который мы представляем на Jet Expo? Это экстренная логистика запчастей для бизнес-авиации. То есть aircraft off the ground? Да. За 24 часа? Можем даже быстрее. А то, что касается российских воздушных судов, например, Суперджет стоили 204. Ну, для Суперджета мы тоже поставляли по логистике, потому что самолет состоит из иностранных запасных частей. Вот. В принципе, то же самое. То есть Фастейр является, в принципе, универсальнейшей компанией, которая может делать все. Да. Ну, в плане запчастей. А то, что касается вертолетов, например. Если нужна логистика, срочно для вертолета тоже делаем. Для любых типов. Для любых типов. В том числе и для российских. Для российских это не нужно. Если в России ломается самолет, то тут же поставщики российские есть. А мы именно занимаемся доставкой из-за рубежа, быстрой доставкой. Доставкой и растаможкой. То есть если по советской технике стоит иностранное оборудование, например, ТКАС или погодный радар, это может быть тоже ТУС-34 или Як-42, кому нужно доставить, привезти иностранное или вывести поломанные на ремонт. Вот это мы здесь можем указать услугу, это очень быстро. То есть максимальная оперативность экспорта и импорта – это как бы фишка компании? Да, это наша фишка, и такого никто не делает больше на рынке. А вообще, ну, конкурентов ваших вы можете назвать? Я говорю, что никто такое не делает, не может так быстро доставить и растаможить запчасти. Вот даже тот вопрос, который я задавал Вадиму по поводу экстренной растаможки, по поводу временного ввоза для наших уважаемых друзей из Пилатуса, для Алексея Мордвинцева, просто подсказали, как это сделать, и он это сделал абсолютно бесплатно для развития отношений. Фастейр может все. На самом деле Фастейр очень серьезная компания, она входит в большую группу, в которую входит несколько авиакомпаний, крупнейшая компания региональной авиации, это авиакомпания Руслайн, крупнейшая компания бизнес-авиации. Самая крупная в России по бизнес-авиации. Да, самая крупная в России по бизнес-авиации, это компания Sirius Air, в которой в данный момент более 15 воздушных судов, а к концу года будет около 20 воздушных судов. В нее входят компании, которые занимаются полным комплексом линейного оперативного обслуживания. Уже, насколько я понимаю, в Риге происходит ремонт двигателей. Фастейр с 3 человек. Сейчас это более 70 сотрудников. Давай. Это за какой период? За 10. 7 лет. За 7 лет. Более 80 сотрудников. То есть для такого логистического бизнеса, в принципе, достаточно серьезный прирост. Но мы занимаемся не только логистикой для бизнес-авиации, мы еще продаем запчасти на международном рынке. А вот я слышал, вы, например, для Северстали, для самолетов CRJ-100-200 организовывали ремонт двигателей General Electric. Да, тоже такое делаем. А расскажите, ну как это, то есть, ну, как это выглядит? Почему они сами не обращаются куда-то, а обращаются к вам, а вы им организовываете модульный вот ремонт полностью двигателя? В чем вообще суть была? Да. У нас был контракт с одной компанией, которая ремонтирует двигатель. Хороший контракт. И мы, по большей части, конечно, пользовались сами им, для своей компании, для Руслайна ремонтировали двигатели. Но под этот контракт мы привлекали клиентов, Северсталь, например. Хороший контракт у нас был на ремонт. Сопровождение ремонта делали. Кстати, расскажите в двух словах про взаимоотношения Руслайн и Фастейра, или, например, Руслайн Техник и Фастейра. Ну, то есть, ну, Руслайн, об этом вот, Руслайн для нас заказчик, огромном холдинге. Руслайн для нас заказчик и логистики, и запасных частей. Мы единственный поставщик у них.
всю ночь на этом балконе курил, стоял.